Сегодня во всем мире отмечают День борьбы с сахарным диабетом. В России этим заболеванием страдают более 6,5 миллионов человек. При этом половина из них даже не знает о своем состоянии. Как в Барнауле проходит профилактическая акция, расскажет наш корреспондент Анастасия Борисова. Она с нами на связи. Анастасия, вам слово. Да, Анастасия, доброе утро. Сейчас я нахожусь на железнодорожном вокзале города Барнаула, и через считанные минуты в Бийск отправится поезд здоровья. Он действует на базе поезда «Калина Красная». Его пассажиры могут узнать больше о сахарном диабете и о его первых симптомах. А врачи железнодорожной больницы дадут бесплатные рекомендации по правильному питанию. Сейчас рядом со мной находится главный врач железнодорожной больницы Зальцман Александр Григорьевич. Здравствуйте, Александр Григорьевич. Добрый день, Анастасия. Расскажите подробнее о проекте. Он первый год проводится. Да, сегодня Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Это совместный проект Минздрава и РЖД медицина, клиники Барнаула, РЖД медицина. 6 миллионов распространенных сахарного диабета людей страдает сахарным диабетом у нас в России. Из них только 30%, к сожалению, знают, что у них повышенная сахара. Именно в этом заболевании важно содружество пациента и врача, потому что компенсированный сахарный диабет – это залог дальнейшего грамотного лечения. Современная клиническая фармакология позволяет это сделать. Но самое главное еще то, что те факторы риска, которые предшествуют сахарному диабету, о них надо знать, о них надо помнить, и с ними надо бороться, их минимизировать. Уровень сахара в крови пассажиры смогут сегодня измерить? Конечно, сегодня могут измерить уровень сахара крови. И в наших поликлиниках и города Барнаула, и в том числе клиника РЖД медицины, мы можем тоже провести бесплатное тестирование на наличие теста и толерантность к глюкозе определить.